Всем привет! Сегодня будет разбор на песню «Луна не знает пути». Для этого вам понадобится каподастер. Ставим его на второй лад. Первый аккорд будет АМ. Не буду много говорить, потому что он тут спавнится. Вот, просто. Смотрите. АМ. Первый аккорд. Второй F. И третий G. И эти три аккорда повторяются всю три аккорда повторяются всю песню. Смотрите. Луна не знает пути, но летит, летит к этим звездам. Она не знает этажей и стучит с вопросом, кто там. Снова видно миражи облака высокого полета. Она кричит в среде, помоги, это не ее забота. Как вы убедились, три аккорда повторяются всю песню. На этом я буду уже заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пишите комментарии, чтобы как вы будете, напишите в комментариях, какую вы хотите песню, чтобы я разобрал. И на каком комментарии будет самое много лайков, я его выберу и выкладу. Эту песню. А всем пока. С вами был Артур Пушнир. Пока.